Итак, маленький динозавр. Маленький динозавр. Динозавр. Динозаврик. Динозаврик, пошевелись. Люди хотят тебя видеть. Он побежал, 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 побежал. Шишки. Как будто весна. Вроде бы весна, но это не весна. Это август. Это август. Сейчас вечер. Половина седьмого вечера. Сейчас мы выходим на пляжную зону и пойдем по пляжной зоне, но в сторону магазинов, в сторону центра, Фонтанной площади и так далее. Потому что против солнца идти фотографировать или снимать видео, вы сами знаете. Получится, что ты снимаешь как бы сам себя, и вот такая вот черная тень будет. Ну ничего, мы сейчас посмотрим. А цикады кричат вовсю, елки-палки, кричат и кричат, кричат и кричат. Классно. Итак, сейчас мы выйдем на дорожку и пойдем по пляжу. А народ все еще играет в волейбол. Кто-то остается на пляже, кто-то уходит с пляжа. Он бежит, мужик. Спортом занимается, бабаська отдыхает со своим семейством. Тут можно, так, тут туалеты, тут раздевалки, тут можно шезлонги себе арендовать на время пребывания в отпуске. Снак-бар Тиго, мороженое, да, классно. А вот это вот свободная пляжная зона, где можно отдыхать как угодно. Тут сюда в основном прибегают люди, которые живут здесь в городе, если они не хотят снимать себе зонтик, арендовать, то вот здесь вот, пожалуйста, можно со своим обычным зонтиком прийти, завалиться и отдыхать. Да, хорошо. Хорошо. Дети могут поиграть, побеситься. Сегодня был жаркий день. Сегодня был жаркий день. Вода была просто офигеть, как парное молоко. Многие вот так вот, когда говорят, что такое парное молоко, тогда вот понимаешь, что, блин, именно вот так вот, такая вот теплая вода, это просто классно. И в этой теплой воде как раз вот мы отлавливали вот этих вот крабов. Ловили, смотрели на них, как они бегают по песку. Отпускали их. Ни один краб не помер, не переживайте. Мы всех крабцев отпустили. О, чайка летает. Уже у кого-то пытается кусок хлеба стырить. Или бутерброда какого-нибудь. А вот домики с крышами апартаментными. Так, хорошо. Хорошо, но уже жара спадает. Уже жара спадает, и люди вон с пляжа уже уходят. А вот этот парашют все еще таскает за собой катер. Вон там еще тоже далеко виднеется. Как идешь по пляжу, в разных местах через каждые 200-300 метров совершенно разные виды на море. Совершенно разные виды на море. 7 часов вечера, плюс 29. Народ веселится, брыкается, прыгает. Все волейбольные площадки заняты. А там у нас что? А там у нас гостиницы с задней стороны. Красиво. Красиво. Но, блин, жарко. Жарко, елки. Так. Ну, что можно сказать? Наш отпуск в Италии подходит к концу. Своему логическому завершению, так сказать.
Сегодня у нас последний вечер. Последний вечер в Италии. Да. Завтра утром спокойно просыпаемся, завтракаем. Последний раз пью итальянский эспрессо. И начинаем собирать чемоданы. И едем домой. И интересно, вот еще такой момент. С этого года уже можно сдавать апартаменты не до 10 часов, а к 11 часам. То есть у вас в запасе есть еще один час на то, чтобы спокойно собраться. А если есть желание, можно в 7 утра, в 6 утра вскочить, побежать на море, искупаться, поплавать. Ну, позагорать успеешь ты вряд ли. Прийти, помыться спокойно, позавтракать, собрать вещи и поехать домой. Ну, естественно, сдать ключи. Потому что мы за ключи дали Колусеум 200 евро. И 200 евро, блин, на дороге не валяются. Их надо будет забирать. Гостиница Италия 4 звезды. Гостиница Принцип 4,5. Отель Палас. Гостиница Чезаре Аугусто 3 звездочки. Гостиница Лида 4 звездочки. Где-то рядом с этой гостиницей должно быть кафе, в котором у нас дисконтная карта, действует скидка 10%, неважно, завтрак, обед или ужин. Но мы этой картой так ни разу и не воспользовались. Объясняю почему. Слишком дорого. Даже если при этих 10% скидки, слишком дорого получается. На трех человек, пускай даже с тот же самый завтрак, это обойдется нам примерно в 60 евро. А если сделать скидку 10%, то мы сэкономим всего-навсего 6. Так нормально ничего и не поев. Вот такие вот дела. Иногда, когда едешь в отпуск, нужно просчитывать все моменты, все нюансы для того, чтобы не влететь в капусту. Вот это кафе. Вот это кафе. И здесь народу достаточно. Вот такие. О, черепаху понесли. Сейчас будут ее жарить, эту черепаху. Вот это кафе. Мы покидаем сейчас пляжную зону и выходим на променаду. Последний раз пройтись по магазинам. Последний раз купить, наконец, то, что мы видели всю неделю, проходили мимо, думали, купить, не купить, купить, не купить, купить, не купить. Иди сюда. И вот сейчас мы придем и еще досмотрим, что мы купили, что мы не докупили. И, естественно, исправим свои недочеты. А пока идем, гуляем, дышим жарким воздухом. Он очень полезный, вот этот морской воздух. Рекомендуется всем людям, страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей, своих носопырок, легких, хотя бы одну неделю в году, для того, чтобы чуть-чуть подправить свою иммунную систему. Жаба. Это жаба. Жаба. Ну да. Гостиница хорошая, красивая. Но мы уже сколько лет не ездим по гостиницам, потому что мы отвыкли от этого шума. Не нравится, когда ты отдыхаешь, допустим, хочешь лечь спать, пускай это 11 вечера или пусть даже 11:30, 12 ночи. Ты пытаешься заснуть, а в это время внизу или в вашей гостинице, или в соседней какой-то приглашенный, блин, суперзвездун пытается орать под фонограмму какую-то песню. Причем он так фальшивит, что просто жуть. И ты вынужден это слушать до часу, до 2 часов ночи, пока этот чувак или чувиха не закончит петь свою песню.
И только потом ты можешь засыпать. А утром нужно вскочить в 7 утра, потому что с 7:30 открывается столовая, ну вот эта вот, ну как столовая, типа ресторан, да? Открывается этот долбанный ресторан, и если ты не успел, то все нормальные булки и йогурты схавали англичане. О, паровозичка, паровозик проехал. Класс. Не, ну это не фанера, это не певица, это Глория Гейнер в записи. И народ отдыхает под музыку, в бассейне. Класс! Я не спорю, вот это красиво, вот это хорошо. А вот старая гостиница. О, классно! Да, класс! Это класс! И везде, по всему городу, сосны, каких хочешь видов, какой хочешь высоты. Красота! Ой, чуть не упал. Красота! А вот еще такая гостиница есть. С веселыми такими желтенькими балкончиками. Сколько тут у нас звездочек? Это что у нас за гостиница? Гостиница «Луна». 4 звездочки. И такие вот странные цветочки около этой гостиницы растут. Вот еще такая гостиница. И вот интересно действительно, что зимой все эти гостиницы работают максимум на 20 или 30%. Сюда приезжают различные... Вон, поехал на Феррари, а я тут болтал, блин. Приезжают сюда различные люди. Экскурсии на 3-4 дня. Из Швейцарии, та же Италия, местные приезжают. Австрия приезжает. Может быть, с Германии кто приезжает, я не знаю. На Рождество там или еще куда отметить праздники. Это уже люди в возрасте приезжают, потому что зимой тут в море не поплаваешь. Как ни крути, оно все равно прохладное. Ну, а летом сезон начинается вовсю. Вот, друзья, гостиница «Катя». Именно к этой гостинице относится вот этот вот апарт-отель 5-звездочный, в котором мы останавливаемся уже сколько раз? 8 раз, да? 8 раз в течение 10 лет мы останавливаемся уже 8 раз в этих апартаментах. Не именно в одной и той же квартире, но в разных квартирах. И вот это вот гостиница. Гостиница «Катя». Здесь находится менеджер вот этого вот апартамента. Естественно, гостиницы. С ними можно договориться. У них есть сайт в интернете, кстати. Так что, если желаете сюда приехать, вот вам адрес их. Corso Europa 35. А, вот, перекресток, улица Пегасо и Корсо Европа. А теперь мы идем вниз к Фонтанной площади, к тем магазинам, где мы хотели что-то купить, но не докупили. Вот этот товарищ, который непонятно на чем, типа на моцике играет. Ну, я не знаю. Играет, как играет. И машинки электрические. Электрические машинки. Я уже про них рассказывал и показывал. Можно арендовать и можно на них кататься. А это я шизую. Я обещал новый формат видео. Вот, пожалуйста, новый формат видео. И вот так вот даже можем. Голова ни у кого не кружится, не?
Да, это мы шизуем, мы в отпуске. Сейчас, чтобы окончательно подтвердить наше шизовое настроение, мы еще зайдем в магазин. Какая овчарка! Овчарочка! Мы сейчас еще зайдем в магазин и купим чего-нибудь успокоительно-горячительного. Какая лапа! Какая лапа! Типа я смотрю на магазин. Класс! Вот это животное! И еще, ребята, хотел бы я напомнить об одном моменте. О местных кидалах, которые проходят по улицам и пытаются вас на что-то подгрузить. Вот смотрите, у меня в руке 4 браслетика. 2 браслетика со слонами и 2 браслетика, якобы ямайский флаг. Идем мы спокойно, едим мороженое, никого не трогаем. Через дорогу переходит парнишка негритянской наружности, такой в коричневой своей, вот этой вот, в балахоне в коричневом, проходит и видит у меня вот этот вот зуб дракона висит. О, говорит, ты с Южной Африки? Я говорю, нет, ты не с Южной. А откуда? Я вспомнил, как один парень, немец, он рассказывал, что чтобы всех этих уличных кидал от себя отбросить, нужно говорить им: я из Дании. Потому что они знают пару слов на немецком, они знают пару слов на английском, они знают пару слов на французском, голландском. Но датский язык или норвежский язык для них — это темный лес. Так вот, он спрашивает: ты откуда? Из Южной Африки? Говорю, нет. Вот, а откуда? Говорю, из Дании. О, блин, брат, извини. Ну, все, ладно, пока. Ну, пока да пока. Кулаком стукнули по кулаку. Он отходит, потом разворачивается. Послушай, говорит, для Дании, говорит, возьми в подарок. Просто бросает браслет. Я говорю, ну давай, подарок, да подарок. Разворачиваемся, уходите. Он: не-не, подожди, я хочу еще кое-что дать. И вот дает еще вот эту вот фигню. Подходит, начинает надевать. И тут до моей жены доходит. Она вспоминает все, что я тогда рассказывал про вот этот кидал. В прошлом году как нас пытался один кадр швырнуть. А говорит: нет-нет, иди отсюда. Говорит, забирай свой браслет и вали отсюда. Нет, вы что, говорит, это чисто ради дружбы, ребята. Я ни на что не претендую, ради дружбы. Я говорю: доставай деньги, блин, пару рубликов, потому что он не отвяжется. Ну, видишь, ладно, бог с ним. А он говорит: сколько? Он говорит: ну, 1-2 рублика и все. Я говорю: имей в виду, только 2. Жена открывает кошелек, достает оттуда 2 евро. Чувак видит, что у нее в кошельке еще лежат деньги. Дай еще рублик. Она говорит: 2 хватит с тебя, иди отсюда. Чувак: ну все, пока-пока. Все, пока-пока. Развернулись и пошли. Вот так вот. Ну, в принципе, браслетики как браслетики. Вот это вот, которые со слоником, якобы кожаные. Вот эти вот обычные такие детские браслетики. Ну вот, пионер будет рад. Младший, если эти браслетики получит. Имейте в виду, если будете ехать сюда, если будет на вас нападать такой вот кидало, который хочет продать вам, подарить в качестве дружбы браслетики, в знак дружбы браслетики, а потом скажет: давай плати деньги, имейте в виду, говорите, что вы не Бенни Мэ, ни по-английски, ни по-французски, ни по-голландски. Упирайте сразу на то, что вы или из Норвегии, или из Дании. Разворачивайтесь и уходите, потому что так, если вы ответите ему на его слова, он сразу вас загрузит, и причем загрузит не на 1-2 рублика, а на гораздо большую сумму денег. Так что имейте в виду. Народ гуляет и веселится. Веселится и ликует весь народ. И вот опять этот товарищ со своими картинами. И с нетроемалью, бля. Ну и опять мы подходим к нашему фонтану. Сломался он. Уже сколько лет он показывает, только, вернее, крутит, горит только одним цветом.
Вот это у нас туристическая деревня международная с огромными аттракционами, комплексами и т.д. и т.п. с кемпинг-плацем, с гостиницей, вот, пожалуйста, с домиками. Вот она здесь тоже.